прошедшее воскресенье, 13 марта, прошли выборы. Официальные результаты в нашем сюжете. Прошедшие выборы по своей системе были, пожалуй, самыми сложными. Печорцам пришлось заполнять сразу 4 бюллетеня, причем в самом большом из них было более десятка кандидатов. Но, тем не менее, горожане с задачей справились, явка составила более 40%, что, судя по статистическим данным, весьма неплохо. Ну а теперь о результатах. Главой муниципального района Печора был избран действующий руководитель Василий Толопов. Он набрал 7619 голосов, что составило 35,13% от общего числа проголосовавших. Депутатом Государственного совета Республики Коми печорцы избрали Виктора Ведрискаса, который набрал 13268 голосов, что составило 46,32% от общего числа проголосовавших. Это почти в два раза больше, чем у его соперников. Что касается третьего бюллетеня, где жителям муниципального района Печора нужно было выбрать приглянувшуюся партию, то большинство из них выбрало «Единую Россию» – 9182 голоса, 42,07%. Самый масштабный бюллетень, который пришлось заполнять горожанам, это форма выборов депутатов в Совет муниципального района Печора. Симпатии жителей города и района распределились следующим образом. Депутатами стали: первый избирательный округ — Альберт Барков, Олег Гарбус, Марина Гунько, Евгений Давыдов и Геннадий Коньков. Второй избирательный округ — Александр Монареев, Сергей Кислицын, Константин Логинов, Маргарита Рудакова и Евгений Шахтаров. Третий избирательный округ — Александр Бака, Константин Гаркайц, Аркадий Махнев, Елена Олейник и Василий Паш. Четвертый избирательный округ — Оксана Романица, Валерий Горбачев, Иван Пьянков, Наталья Паншина и Вячеслав Смагин. Пятый избирательный округ — Юлия Ликин, Людмила Мартынова, Валентин Семяшкин, Борис Островский и Олег Родинский. И шестой избирательный округ — Николай Антонов, Анна Гой, Николай Латышев, Михаил Нифонтов и Антонина Штранц.